Тогда бахтал дармал. Мады обращения счастья Кайрада Адамжашкову, когда бывшего сваха мне. По поводу, когда вопросы, кай война вела наклепу, хоха ему, сперманды, примерно шеву, примерно рому. Опозорила мне семья. Вона говорила, что попала приманды. Остранила ман манушендер, манушала, не паласу. Мне по поводу, когда обращаешься, то мне, мела ты звонила вчора, позавчора, три дня подряд. По поводу чего? По поводу того, как мы тебе дав сынду. Вы налили трубки, вы игнорируете. Ни латер манушала налили трубки, ни мы налили трубки. Сама не манушала поступить, меня жена. Она меня странила ни за что. Я хочу встретиться с ней. Я хочу, чтобы люди ее увидели. Чтобы она сказала со своей стороны то, что она считает нужным. Я со своей стороны. Камен манушатый вишунен. Потому что одну сторону люди не могут выслушать. Надо, чтобы люди выслушали две стороны. Но она почему-то постоянно игнорирует и манушендер нашел. Меня считает пола чего. Меня лично никогда нашел манушендер. Потому что меня не знаю, и вена пола постоянно чувствую. А вы постоянно нашел манушендер. Вы мне нанушали, как я пил Украину. Как я пил Украину, ты мог по сыну. Когда я захочу, тогда ты приедешь. Это она мне так передает. А с тобой можно пил Украину, ты тогда манушали. Вы мне ответили, пале манушал. Когда мне тела по Германии манушен, и ты тогда не манушенца пил Украину. А вы мне ответили, пале манушал. Пале мне нещавы, вы мне ответили, пале, когда все, как я меня карил пил Украину. Бо жанел, как мы тратим нещавы, то тратим куда по Украину через все. И в Саваре ты мне жанел манушали. Через то, а мы по Анде, когда по Германии, а мы амарим мусен. Через то, а мы котар по нашли по Украину. А вы, Иван, акарил корды. Понятно? Манушали, вчера я заказала зал и поперезванивала в Саваре Манушенды. Мануша согласилась, дай Бог им здоровья, благополучия. Мануша, дай баре фори. Камена ставен, то когда в сенду. Но дело в том, как Мануша за один мать вопрос, чем я дозвонилась, как когда румни. Мануша не объяснила, как я начала ты дозвониться, потому что вы налили телефону. Три дня по подряд, мала ты звоню, вы налили телефону. Мануша мать пенен. Мы приедем, это не проблема. Но дело в том, что нам надо ее же выслушать. Вас мы выслушаем, но нам же надо ее выслушать. Это все отменилось до тех пор, пока мы с ней не договоримся, чтобы она присутствовала на этом суде. Я вчера вышла в эфир, объясняла Лати, Рада, позвони, набери, или сам, кайманца треба связаться, мне треба тут объяснить, когда все, мне треба встретиться. Она постоянно игнорирует, люди добрые. Меня жена учёва и постоянно манушендер карает. Можем тут если все скрывать, Рад, ты говоришь, что скрываешь манушендер. И до раз пуститься манушенца. Да, Дарперан, давай встретимся. Ту, и Параска, и Алла. Кай, ту мы когда саму ты жан ты солахан манушенди, а ты кандири. Старим межелем ты солахал. Кай, ту мы манушенди хухавен, кай мы андем ту маряча по хабарди, по пети, по марди. Вот мы камал, кай ту мы ты жан, а ты яма. Ты выкупаю яма, и ты жан, а ты яма. И ты кручу свечки пер ту меды. Кай, действительно, когда чечимос. Кай мы ла по марде, кай мы ла по хабарде, кай мы черде, кай сауда, когда убияту. Кай ту чердан адарманды, адамерну шаву, адамерну ром. Международно чердан адараменды, гестапо чердан адараменды. Манушал, я шунин. Мы это мне объясняю, как я старисты. Мы уже солахались неоднократно и неоднократно объясняли. Когда освоилась с дума, когда все хухаймус. Ну да ладно. Разберемся. Будет суд, разберемся. Она расскажет, я расскажу. Как люди присудят, так все и будет. А что, Мадра, возможно, тут и дай возможность. Тавес, Адухилю. Выйди на связь, мы с тобой поговорим. Если у тебя нет, то выйти, приехать на Киль, может, тут и най, может, тут и трудно, на Лаваренце. То мы тут, а вот, кай тут находимся. Кай ты по Германии. Кай Параска, кай Алла. Лава писал Манушенди, кай ты, а вот. Сами разница. Че кате судо, че коте судо. Лишь бы встретиться нам. Нам надо встретиться, разрешить вот эту проблему. Понимаешь? Кай ту ману страны, на Манушенди просто так. Ни за что не прошел. И мене ща вести, ману, и мене ромес. Понимаешь, просто так. Надо разобраться в этом, брат. Я ж божилась, и тебе надо забожиться. И тебе ж надо забожиться.
Că tu când e foarte de cazul, ești re... Că ea ce cauă de tu ce cadă ala, cadă e parat, cauă de și pe pesul ăla ăstea zăietă. Вот я хочу, чтобы вы забожили эти люди, добрые, так как я обожилась. Мы жилем с Аллахадем, мы на дарах после Аллахатр, потому что действительно мы жал, че чему сдал думал Манушенди. Мы действительно жал прямо, и мы жал вас прямо, и будут жал прямо. И мы всегда сами чачу, и я вам чачу. И стоп, когда на Мануша, куда мы все терава, ну ты игнорируешь Манушен. Мы тут и звоню, когда у Мануша жутерен. Тот раз это было. Это было где-то неделю назад. Я тебе объясняла, что будет суд. И люди будут ждать. А ты мне говоришь, что люди тебя эти не интересуют, эти, которые на Германии. Ты хочешь делать на Украине Адужашкову, там люди. А здесь не люди. Дорогая моя, везде люди. Везде люди. Разницы нету. Германия, Украина. Какая разница? А мы все рома. Полещина? А мы все рома. И когда у Рома ему сысы, я вела всегда. И Романо сынду са сысы, я вела всегда. Потому что Романо сынду никого не отменял. Полянчина. Мы жду тут кайту телесу телефону. Тумачу, нещина. Если ты не выйдешь на связь, я людям буду это рассказывать, что ты не выходишь на связь. Тут постоянно даровес пан халавденца. Тут панеская мандавела по Новому году фильцы. Ты постоянно мне угрожаешь, мне еще везде угрожаешь. Ко мне тебя по Украине. Ты мне ответишь по Украине. По Лаймануша ты ответишь? Ты не ответишь по Лаймануша. И никого не отрадила по Украине. И меня отрадила. Как ты вела суду? Как ты? Полещина? Я жду тебя. Возьми телефон. Пожалуйста. Потому что если ты не возьмешь телефон, будешь игнорировать... Я людям вот это все объясню. Сарисей ситуация. Все исключительно. Распинава сарисей ситуация. Когда Манушенди уже распиналась. Надо будет, я еще раз скажу. Сколько надо будет, сколько я буду рассказывать людям. До тех пор, пока мне люди не поймут, что я ни в чем не виноватая. Если ты не возьмешь телефон, и мы с тобой не общаемся, и не договоримся об этом в суде, как там встретиться, или же я возьму людей и приеду туда, хоть и Кайрада, Чесала, Кайпараска и Гала, или же Туавеса Кардека Далашиянца до Килю. Но Амеди в любом случае треба встретиться. Если ты будешь отказываться, когда в суду, мы вообще в Кацаве остранены. И ты, когда сам будешь теперь. Смотри, последствия будут нехорошие. Это я тебе гарантирую. Лучше давай перезвонимся, и мы с тобой решим этот вопрос.